В Брестской области 10 домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов, два из которых общего типа, в том числе и Леснянский Барановичского района. Тут проживают одинокие пожилые люди и инвалиды первой и второй групп. Из 224 человек 40 лежащие, 65 – инвалиды-колясочники, большая часть которых требует постоянного внимания. Посетить людей, посмотреть, как устроен их быт, и из первых уст узнать, в чем нуждаются и чего, возможно, не хватает, сюда приехал заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета Леонид Цуприк. Он отметил назревающую необходимость расширения сетки таких учреждений. Мы отмечаем старение населения. Это общая тенденция. Сегодня вообще мировое старение населения. Если еще 4 года назад фактически количество мест в интернатах у нас в Брестской области было достаточным, вот, и оно сегодня составляет примерно 2500 мест, то вот, начиная уже примерно с середины 2015 года у нас начинает появляться очередность для того, чтобы попасть такой интернат, особенно интернаты специализированные. В целом, конечно, тенденции таковы, что мы предлагаем сегодня и частным лицам, организациям тоже создавать, скажем, дома пребывания для пожилых людей, для престарелых людей, осуществлять уход. Вот. Для этого мы на сегодняшний день готовы, скажем, предоставить определенные условия для тех, кто заинтересуется, понимая, что для частного лица и для частной организации, в общем-то, если это не благотворительная организация, ну, главным является получение определенной прибыли. Главная цель посещения Леснянского дома-интерната – убедиться в том, что люди находятся здесь в комфортных условиях, что бюджетные деньги на их содержание расходуются рационально и со стороны руководства учреждения делается все необходимое для обеспечения хороших условий для пребывания людей, отметил Леонид Цуприк. Прибывая здесь, значит, наши граждане, которые по тем или иным причинам нуждаются в таком уходе, вот, они получают здесь различные услуги. Здесь и просто человек живет, но и одновременно с этим есть возможность заниматься интересными и полезными делами. Условия мы стремимся создавать по возможности комфортные. Вот здесь, в Леснянском доме-интернате, который рассчитан на 300 мест, на сегодня проживает 224 человека. Это двух-, трех- и четырехместные номера. Люди имеют возможность, ну, делать, собственно, создавать уют и самим, как они хотят пребывать здесь. Обеспечивается комплекс медицинских услуг. Здесь же и реализуется ряд направлений вот по культурной программе жизни здесь людей. Как отметил заместитель председателя Брестского облсполкома, уже прорабатываются вопросы по переоснащению здания одной из детских школ-интернатов общего типа в интернат общего типа для взрослых. Таким образом, параллельно будет решаться вопрос появления и сохранения рабочих мест всех, кто пришел на встречу, а в ней, помимо постояльцев дома-интерната и его персонала, приняли участие жители деревни Лесная, смогли задать интересующие вопросы Леониду Цуприку. К слову, вопрос было много, и все они были разные. Я проживаю в улице Мицкевича. Рядом у нас пролегает овраг. За оврагом тоже есть дорога. За ней идет железная дорога. Но почему-то по нашей улице, конкретно по Мицкевича, постоянно проходят тяжелогрузные машины лесом. На протяжении всей вот нашей улицы в конце идет погрузка леса. Со стороны сельского совета постоянно эта дорога почищается, равняется. Но мы неоднократно поднимали вопрос, почему вот эти тяжелогрузные машины не проходят по той стороне оврага.
У каждого из проживающих в Леснянском доме-интернате своя предыстория попадения сюда, если можно так выразиться, дорога жизни. Василий Алексеевич Довгайло, например, здесь проживает уже 10 лет. Примечательно, что его детство прошло в интернате. Но тогда парень смог стать спортсменом, был кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе, успешно работал тренером в Минске. Многочисленные травмы дали осложнения на позвоночник. Воспаляется спинной мозг. Любимая супруга мужчины оставила и уехала в Израиль. А Василий Алексеевич спустя десятки лет попал вновь в интернат. Только сейчас уже для инвалидов и престарелых. Как говорится, пути Господни неисповедимы. Обращаясь к заместителю председателя Брестского облсполкома, мужчина попросил экскурсии. 10 лет в интернате. Хочется, ну, видите, зима целая. Сидишь какой-то зимой. Только летом выезжаешь на улицу. Хочется поехать посмотреть Беловежскую пущу, Мирский замок. Ну, говорят, все безбарьерная среда. Ну, может, наверное, можно выделить автобус, съездить, посмотреть. Интересно. Все поднятые вопросы были внимательно выслушаны. Конкретные решения по многим были предложены на месте, другие взяты на контроль.